Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролеплей, Центральный округ. Мы них здесь Кирилл Путбулови. И сегодня буду продавать свой скин. Я Роман, я так и понял. Кстати, не забывайте вводить мой ник при регистрации. И, короче, этот чувак хочет купить мой скин за 3 миллиона. Ну, я думаю, стоит его продать. Потому что он мне как бы, ну, не нужен особо мне этот скин. Сейчас мы заберем черепах. Смотрите, что я купил. Четырку, да. Нормально, чё. Четырочка, это хорошо. Сейчас только черепашек заберем. Я вот дом ищу. Дом рыбака. Сейчас скин еще куплю. Ну да. Ну да, у меня хоть скин за 3 ляма купить. Я вообще его за 5 миллионов покупал, хз, даже как-то за 3 миллиона жалко отдавать. Ну блин, за 3 миллиона как-то жалко отдавать его. Может быть 4 хотя бы. Может хотя бы 4 миллиона. Я для себя. Может хотя бы 4 миллиона. Да я понимаю, что для себя. Ну, просто, блин, я его... Продавали так. Просто хочу еще Маури купить. Блин, ну ладно. Ладно, уступим подписчику немножко. Тогда. Давайте возьмем тогда нашу полицейскую аудюшечку. И поедем на ней. Тогда продадим сейчас скин. Так, Маврик. Ой, Маврик, нахер мне Маврик. А, полицейская Ауди. Выключить. Так, все, поехали. Ну да, продам я, ладно, ему скин за 3 миллиона, уступлю. Буду минус 2 ляма, ну ладно. Милки смотрю, прикольно. Так, поехали, короче, получается, в Южный на 8 бит. Там я ему продам свой, так сказать, скин. И не знаю, что потом еще что-то поделаем. Покажу вам заодно, как скины продаются. Чтобы вы знали. Блин, походу у него вылетело просто. Хуёво, что могу сказать. Да, у него походу крашнуло. Хреново, ладно, сейчас пока буду смотреть, что напишет. Так, мы уже приближаемся к 8 бит. И сейчас будем продавать свою симку. Я его забрал, он там произошел. Он недалеко был. И сейчас ему симкату продадим. Потом поедем продадим черепах и раздадим бабки рыжикам. Ну, не 3 миллиона, а вот 40 тысяч и черепах. Ну, тысяч, наверное, 400 раздадим. Так, лучше машину. И давайте продадим сим-карту. Так. Да, скриншотик сделать. Так. Вот такой вот. Так, давайте sell. Sell my skin. ID цена так 9-3 миллиона. Да, я знаю, что дешево продаю, но все же. Так, 3 миллиона. Делаем скрин и делаем тайм. Так, все, я продал скин свой за 3 миллиона. Ну, все равно мне нахер не нужен, как бы, блин. Я им даже не пользуюсь. Ну, как ты пользуюсь, блядь. Мне он не нужен. Я не хочу так повыделяться там в скине. Фам у меня. Так, фам меню. Так, пригласить 9. Все, поехали. Теперь надо продать черепах и раздать денег рыжикам. Блин, обратно мне украшено. Короче, он только шарелопнулся, сел ко мне, мы поехали, его украшено. Сейчас я пока быстро доеду, помогу рыжикам, раздам им 270 тысяч. Сейчас онлайн, тем более, почти фулл сервер, поэтому там должно много быть рыжиков. Если будет много, раздадим там по 10 тысяч. Если будет 4 человека, раздадим по 50 тысяч. Или 5 человек будет по 50 тысяч, раздадим.
я думаю, будет нормально. Не знаю, мне нравится помогать, серьезно. Деньги просто, ну, мне есть где их брать, короче. Я черепашек продал, и у меня есть деньги, мне заебись. А трилляма, не знаю, мы что-то с ним придумаем. Либо в казик сходим, либо еще что-то, ну, посмотрим. Посмотрим. Так, читак, я так понял. 50. ММ. 50, чит. Так. Давайте подъедем, посмотрим, кто там работает вообще. Так, сижу с нарушителем. Так, здесь сколько людей просто. Давайте посмотрим, тут есть. Так, пай. 117. 10 тысяч. Так, где этот чувак? Так, 48. 10 тысяч. Давайте ему дадим. Еще этому дадим. Так, 85-му еще дадим 10 тысяч. Чтобы помигать. Так, на. На тебе. 494. На тебе. Без проблем вообще. 85-му давайте дадим 10 тысяч еще. Так, на. Держи. На, еще тебе. Так, 41-му еще не давали вроде бы как. Поэтому все заебись. Так, давайте. А что такое щедрый? Да, я все когда раздаю деньги тут. Да, я всегда раздаю деньги тут. Так, 494. Так, 94 тоже. 94. Так, 349. Раздадим, короче, все деньги им. В натуре спасибо большое. Так, 494-му давайте еще дадим. Четвертому, потом 94-му еще дадим. Так, 85-й. Все, пацаны. Удачи. Блин, видите, как вот это. Вот мне нравится делать добро. Видите, как они реагируют вообще охуенно на меня, то, что я им помогаю. Я готов каждый день реально раздавать деньги. Да, немного, в принципе. Я раздал всего лишь 270 тысяч. Но видите, как им приятно просто. Реально им приятно. То, что я им вот так помогаю. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.